Если выполнение работы было достаточно равномерным, и у нас практически все кадры дают представление о выполнении работы, все скриншоты, то пакетная генерация скриншотов, когда мы просто запускаем скрипт из видео, вытаскиваем через определенное время кадры, достаточно произвольные, работает хорошо. Но иногда у нас то пусто, то густо. И нам нужно вытащить именно определенные ключевые кадры. Тогда это или во время выполнения, но недостаток тот, что вы не всегда понимаете, какие кадры ключевые во время выполнения работы. Либо мы запускаем просмотр нашего видео Пятая с помощью, группа ну, работ, скажем, МПВ, анализ и административной обязанности. находим Нужно нужные скачать, места и данные нажимаем букву безразличника, S, установка с диска. скриншот. И, как видите, у И нас мы обычно автоматом ставим не в стековском генерятся уровне. нужные Это все скриншоты. машина, которая будет. Ну вот, например. В Видите, React, как я скриншот понимаю. нужный сгенерился и так далее. Так. Давайте выйдем. В результате у нас вот получился набор скриншотов, который, собственно, вы можете использовать. Image каталог сделаем, перенесем туда скриншоты. Ну и все вот эти получившиеся скриншоты вы используете в отчете. Ну и еще раз напомню, что, конечно, мы можем чищу экран, мы можем эти скриншоты оптимизировать. JPEG Optim, оптимизация. Ну вот видите, у нас небольшая, но оптимизация есть на 15, на 18%, потому что они войдут в финальный ваш отчет, и неоптимизированные файлы, но на 15-20% увеличат размер вашего отчета, что не всегда хорошо.